Всем привет, с вами Ольга Чернова. Многие меня спрашивают, вот у меня зацветают перцы, нужно ли общипывать первые цветочки? Я не знаю, тут никаких правил нет. Я никогда ничего не общипываю. Вот моя рассада перца, которую я сейчас приготовилась высаживать. Это я для получения раннего урожая специально садила. Какой смысл мне общипывать, если я жду с него урожая? Вот, если грунт хороший и семена отличные, он цветы не будет сбрасывать, он будет вот как, ну вот такие завязывать плодики. Ну и что? Я сейчас высажу его, и он будет продолжать вот эту перчину наращивать. Иногда приходится высаживать с полноценными перцами, со здоровыми. Ничего страшного. А если у него сил не хватает, например, семечко было слабое или плохой грунт, он цветочек этот сам сбросит. Я никогда насильно ничего не отщипываю. Если ему нужна эта перчинка, она вырастет. Если она для него лишняя, она сама не образуется. Все, вот этот короткий видеоролик – ответ на ваш вопрос, потому что мне некогда сейчас печатать. Я буквально живу в теплице и в огороде. Теперь у нас жара, буря, штормовое предупреждение. Мы то пленки закрываем, то ловим, их вообще уносит. Печатать некогда. Вот мои необщипанные цветы во что превратились. Хороший перец. Завтра его можно уже кушать. До свидания. Такая рассада у нас.